Можно сделать совместный трек. Мы с Давидом спорим на 50 тысяч рублей. Пятое место, Максим Юрьевич. Карина вот здесь, здесь, здесь. Ну, Карина тоже рядом, да, живет. Привет, чемпион. Как дела? Нормально. Красавец. Здесь будем? Да, конечно. Как? Давай, Петелин. Сейчас ты голодный? Да. Кушать будешь? Ну, все пойдет. Слушай, ну что, скажи, после проекта поменялась жизнь? Да. Узнавать стали? У меня подписчик сейчас. Да, подписчиков много? Да, в Инстаграме. Слушай, ну по улице ходишь, узнают? Ну, в Казахстане, да. А в Москве иногда узнают. А вот то, что я смотрел этот, сказал, что мы будем якобы проводить расследование, этот Эрнст. Да в итоге они что-то сделали или так и осталось? Ну, до сих пор идет, по-моему, проверка. Да? Короче, насчет песен, я что думал? Можно сделать совместный трек. Вот, то есть я прям под ключ возьмем его, сделаем. Вот. Ну, по стилю, что все подходило. Вот. Согласуем, подумаем, какую тему взять. Но я бы хотел бы все-таки больше лиричное что-то сделать. Потому что было бы красиво, если сделать прям лиричный трек. Вот это было бы круто. Запишемся здесь на студии у нас. Мы сами запишем. Да, да, все сами сделаем. Всего доброго. Спасибо, до свидания. Ой, вертолет. Не стесняйся. А ты песню хочешь на каком языке? На русском же, да? Ну, можно на казахском. А что, может быть, реально, может быть, он на казахском споет? Я на русском, а он на казахском. Да, можно. Прикольно. Может быть, так сделать? Карина такой. Постоянно. Вот постоянно, вот даже ребенок, понимаешь, вот смотри, вот ребенок смотрит истории наши. Если ты видишь это видео, это обращение к тебе, Карина. Ребенок смотрит истории, он что запоминает, что промокод Дава, и ты меня бьешь. Вот чего ты учишь детей, вот понимаешь? Вот если ты видишь это, подумай. Потому что напрямую я тебе не могу в жизни это сказать, а вот так могу. У меня будет время еще скрыться из города. Не-не, сейчас надо будет дойти пешком. Отстава. Че, после вчерашнего отсыпается? Че, ждем тогда Ваню? Что это? Машина, что ли? Трактор. Мне кажется, понял. Отлично. О, это Маргиса надо. Это он даже. Это я. Утром, когда он отсыпает. Ты что он делает, а? На лайте я так не могу. Пацан сейчас просто уделывает меня, понял? Я сейчас хороню себя, понял? Красава! Давай. Давай. Да не. Нет, ну наврать, это не мое. Давай говори. Давай. Говорю. Я тоже говорю. Братан, мы не туда пошли, Боб. Короче, ребят, приехали еще отдохнуть в VR-парк. Я не знаю, кто, я правильно говорю или нет. Ну, короче, тема такая. Одеваешь маску, и ты погружаешься в виртуальную реальность. Все знают, что такое виртуальная реальность, братан. Давно, да? Уже, давно все знают. Ну ладно, короче, все знают. Ну, в общем, смотрите сами. Это знаешь то же самое, что бабушка будет тебе пытаться объяснить, как установить Windows. Вот это пиздец, братан. Все, пойдем. Вы не поздно.
Пойдем. Сейчас будет прикольно. Ребят, пойдемте. Воду сразу оставляйте, говорю, воду оставляйте. Сейчас отхерачу всех зомби, понял? Вам нужно будет встать в черно-желтые следы, которые будут находиться на полу непосредственно в очках. Ребят, сейчас будет вертолет. Это наш вертолет, не убивайте его. Сейчас ты тоже уйдешь. А, привет. А, я никто. Очень приятно. Здравствуйте. Ты тоже. Я Ваня. Я Ержан. Очень приятно. Посмотри мне в глаза, ты прости меня. Я сошалею, я люблю тебя, жизнь моя. Мы можем жить с тобой сумасшедшими, и нас разбить с тобой в разных волоках. И мы можем жить с тобой вечно пьяными, а может мы ангелы над облаками. Давай петелю. Красава. По дороге одной, но разные стороны, кто мы с тобой, одни или пораны. Ну, мы наконец-то встретились, ребята. Все, Ержан прилетел. Как настроение? Черное. Черное? Спасибо вам. Красавчик. Он поет, ребят, это просто нечто вживую. Я прям офигел. Мурашки бегают. Спасибо. Вот так вот, Карина, вот так вот, понимаешь, пока тебя нету, смотри, где что вы, я говорю. Где вы? Она уже заходит к нам. Я уже поднимаюсь к вам. Она уже поднимается к нам. Он закрывает дверь, чтобы ты не вышла, чтобы ты не зашла. Привет. Да. Здравствуйте. Привет. 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 Товарищи, как у тебя Привет. Дела? Нормально. Привет, а с тобой не хочу обниматься. Еще бы чуть-чуть, я прям слезу выпустил. Карина вообще плакала. Ты сам не разумел, когда она заплакала. Про искреннюю, про настоящую, про любовь. Вот тебе ее никогда не познать. С тобой точно никогда не познать. Ну вот со мной не надо. А, хочу гулять. Эстрада. Эстрадный певец, да. Что, пойдем? Эстрада. Пойдемте уже туда. Что за сами? Это шлагон или нет? Ну да. Ты боишься за меня? Блин. Ты боишься за меня? Слышишь? Не опустили еще один раз за сегодня. Почему? А что такое было? Эстрада – это не опера. И что? Ну типа я лох, не знаю. И что? Ничего, в принципе, все как обычно, в принципе. Все как обычно в моей жизни. Ты умничка, ты молодец. Да? Да, ты шикарен, ты... Я лучше? Ты лучше. Бываешь иногда. Когда вышкаешься. Да ладно, Ан, ты всегда лучше. Да? Да. Нет. Да, очень нравится. Погнали. Да, прыгай. Да. Мы с Давидом спорим на 50 тысяч рублей, что он
Why you be all in my line about nothing? Why won't you go get you a dollar or something? Don't hang with a nigga who lying for nothing. I see that we different, you riding, I double my dough. Do discussions on bragging about hundreds. Don't go to your places, I know that they sunken. Don't call me your brother, I barely can trust it. I talk to a shorty, she bagging the buggin'. And I'ma need all of my dollars on corporate, so hand me the money, I divvy the pot. 50 косарей! Только что выиграл 50 косарей! Я сделала, я, блядь, их всех сделала! Вот они, мужики, вот я! Нихуя, неправда, блядь, ты видел? Фальстарт был, блядь, на начале просто неразбериха была. Там в начале непонятно, что, они все стартанули, я, блядь, стоял, конечно, ибо я проебал. Но. Пятое место Максим Ержан, четвертое Рамис, третье Давид Манукян, второе Варгис, первое Карина Грэй. А как мы с Кариной на равных? Потом, слышишь, три раза три круга я его вшатывал. На четвертый круг, когда я его уже обогнал, было место, где надо поворачивать, он просто, я не, знаешь, типа, не без поворотов, он тупо в меня. Я просто, Давид так поверил, я знаю, как нормально, короче, он мне просто тупо прямо в бочину. Ну что, родные, вот так подошел к концу наш сегодняшний день. Меня переполняет эмоциями, ребят. Я очень рад, то, что так сложилось, что мы познакомились с Ержаном. Он реально очень крутой, бро. Ты красавчик. То, что ты делаешь, ты должен продолжать, ты должен развиваться. И несмотря ни на что, ты должен добиваться. И все у тебя будет хорошо, я знаю. Я вижу по твоему характеру, что ты добьешься всех целей, которые ты себе поставил. Спасибо большое еще раз скажу твоей маме. У тебя прям прекрасная мама. И она дала тебе отличное воспитание. Я думаю, что отец у тебя точно такой же. И когда я прилечу в Казахстан, кстати, ребят, 28 числа, 28 июня Ержан пригласил меня к себе на концерт там в Казахстан. Я думаю, к этому времени мы успеем сделать совместный трек, может быть, даже там его споем совместно на этом концерте. Вот. Поэтому в течение месяца я со своей стороны подготовлю трек, который, ну, мы согласуем с Ержаном, естественно. Вот, сделаем совместный трек, запишем его где-то через месяц. Ну, скажем так, месяц и одну неделю трек будет уже готовый. И будем его выпускать. И как раз на концерте 28 июня, ребят, вы услышите этот трек. Ну вот, ненормально. Мое наказание не оставляет меня по жизни, оно всегда со мной. Мальчик очень талантливый, и для меня он чемпион. И тот характер, который он сегодня показал, я, честно говоря, я немного ошеломлен, потому что он развит не на свои года, честно. И я надеюсь, то, что он просто будет идти вперед, несмотря ни на что. А судя по его характеру, он так и будет, то, что он чемпион. Как и я, как и Карина, хотя нет. Она нет. Чемпионы. Брон, скажи, у тебя если есть пару слов, ты можешь сказать что-нибудь, как тебе вообще сегодняшний день? Понравился? Понравился? 28 числа ждешь на концерте? Да? Ну все, скайпом. Короче, смотри, делаем с тобой трек крутой. Выкладываем его, я его продвигаю, и он по-любому залетит в топ. И 28 числа будем его просто сжечь на концерт. Кстати, вот кто, ребят, будет в Казахстане, приезжайте, 28 июня будет у него концерт. Карина, как тебе? Карина, как тебе? Такое, да? Мне кажется, нормально. Нормально? Понял. Ну ладно, так, с пивом пойдет. Не, ладно, шучу, шучу, она у нас хорошая. В общем, братва, спасибо вам большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Вот, следите за тем, что дальше. Следите за тем, что будет дальше проходить. Следите за тем. Еще я тупая. Да пока, потому что ты вечный, я от тебя заразился. Йоу. Все. Короче, всем пока.